heaven on earth. Вы верите, что Он Бог избытка, то прославьте Его, где бы вы ни были. Особенно, если вы сегодня в детской церкви. Это очень интересно. Сегодня утром, когда мы обсуждали служение, я сказал о том, что многие вернулись в детскую церковь из-за ограничений. Но спасибо, что пришли. Мы распределились по территории, 50 здесь, 50 там, похоже на какую-то детскую песню. Тем не менее, спасибо, что пришли в Дом Божий. На следующей неделе мы будем вещать по радио. Мы приглашаем вас приехать в церковь, а вы сможете сидеть в машине, а мы будем говорить о том, что нам нужно открыть церкви безопасно и ответственно. На этой неделе была огромная встреча мотоциклистов в Блумфонтейне. Там были тысячи байкеров. Они гуляли там в пятницу и субботу и никого не арестовали. А как только наступило воскресенье, полицейские пришли в церковь. Я хочу сказать вам... Нечто должно измениться. Хочу ободрить членов церкви в Йоханнесбурге, к которым в воскресенье ворвались полицейские с автоматами. Мы написали письмо президенту и не оставим этого. Запугивание наказуемо законом, и мы не позволим запугивать церковь Иисуса Христа. Аминь? О, да. Это наше время. Я приветствую зрителей ТБН, One Gospel, Praise TV, Facebook, YouTube, CRC Online, наших слушателей и всех, кто смотрит нас в исправительных учреждениях. Приветствуем наших зрителей из России, Израиля, Америки, Европы, Индии, Пакистана, Китая и Африки. Это служение смотрят миллионы людей. У нас есть множество голосов за пределами нашей страны, и мы благодарны вам. Это наш день и наше время. Мы верим, что наши лучшие дни впереди. Если вы верите в это сегодня, то скажите аминь и прославьте Господа еще раз во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Я приветствую тысячи людей на этом месте веры. Мы выполняем постановление, но мы не будем молчать о роли и значимости церкви в обществе. Как никогда мы нуждаемся в том, чтобы церкви открыли. Число преступлений увеличилось на 60%. Если убрать церковь из общества, начнется его распад. 23 тысячи подростковых беременностей в возрасте от 10 до 18 лет только в Гаутенге. Если это не тревожит вас, братья и сестры, вам стоит проснуться. Некоторым из них 10, 11, 12 лет, а наша церковь закрыта. Мы — надежда миру. Нам нужно, чтобы христианство поднялось в ЮАР, потому что мы — часть решения. Если вы верите в это, то скажите «Аминь» во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. У меня есть записи противозаконных действий в Притории в Гаутенге, где собирались тысячи людей. Но как только наступает воскресенье, полиция приходит в церкви. Это нечестиво, неконституционно и неблагочестиво. Я знаю, что меня не любят за это, но я скажу, потому что это неправильно. Кто-то должен об этом сказать. Церковь хочет сотрудничать с правительством. Мы хотим быть частью решения проблем ЮАР. Хватит противостоять нам и использовать жесткие меры против Церкви Господа Иисуса Христа. Откройте глаза и поймите, что вы не восстановите страны без церкви. Ну, а теперь, пожалуйста, присаживайтесь. Меня очень волнует эта тема, потому что наши дела касаются вечности и праведности, в отличие от политических партий. Я сейчас не намекаю на кого-то конкретно, я говорю о политике как таковой. Аминь. Мир находится в хаосе, а мы здесь, чтобы изменить этот мир, и меняем его к лучшему. Мы празднуем женский месяц. Посмотрите, что мы делаем. Кроме 15 грузовиков с едой, который мы отправили в КваZulu-Natal, мы активно боремся с проблемами нашего народа.
Пожалуйста, посмотрите это видео, а потом я перейду к самому посланию. Внимание на экран. Огромное спасибо епископу Эту за такую удивительную возможность. Мы хотим поблагодарить пастора Эта и семью CRC за то, что они делают. Мы знаем, что они благословляют многих. Мы хотим сказать, что мы очень сильно благодарны вам. Мы ценим вашу помощь. Спасибо. Как говорил Франциск Ассизский, мы все должны проповедовать Евангелие. Если нужно, добавлять слова. Пусть ваш свет светит так перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего Небесного Отца. Это наше время, величайшее время Церкви. Сегодня утром я хочу поговорить с вами на тему, которая актуальна для мира и для ЮАР. Я хочу поговорить с вами о силе видения. Сила видения. Притча 29.18 в переводе Пэшн звучит так. «Когда нет ясного пророческого видения, люди быстро уходят в сторону». Многие люди потеряли свой путь во время пандемии, потому что они больше не связаны с Домом Божьим. 500 тысяч детей выпали из системы образования. Они просто исчезли за последний год. Если это не волнует вас, то не знаю, что может волновать вас. Каким будет будущее этих детей? Они беременеют в 10 лет. Это признак отчаяния и безнадежности. А мы лишь хотим говорить о своей религии и доктринах. Притча 29.18 в переводе Message. Если люди не видят, что делает Бог, они спотыкаются из-за себя. Мне кажется, что мы видим это по всему миру. В Афганистане и других местах мы видим нехватку лидеров, потому что нашему миру не хватает видения. Нам говорят, что мы должны выживать, но Бог не призывал нас выживать. Он призвал нас процветать. Бог говорит, «Я знаю свои намерения о вас, мысли во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Если вы верите, что ваши лучшие дни впереди, то поднимитесь с места и прославьте Господа во имя Иисуса Христа прямо сейчас и здесь. Аллилуйя! Слава Богу!» Елена Келлер сказала, «Хуже слепоты может быть лишь зрение без видения». Притча 29.18 в расширенном переводе звучит так. «Народ погибает». Бог ясно говорит об этом, когда люди теряют видение. Видение говорит о будущем, о лучшем завтра. Что происходит с ними? Они сбрасывают ограничения и теряют надежду. Они раздражаются. Они обращаются к другим вещам. Если посмотреть на наш мир, мы увидим симптомы отсутствия видения. Какой молодой человек не хочет образования? Нормально говорить. Занимайтесь образованием с помощью компьютера. Но у 92% наших граждан нет доступа к данным. Молодые люди, которые должны были стать докторами, юристами, политиками. Будущее нашей страны уничтожается прямо у нас на глазах. А мы говорим лишь о том, что церкви должны оставаться закрытыми. Для кого-то церковь — враг номер один. А таверны, пабы и клубы нет. У меня есть кадры. Я готовлю дело. В Претории, в Йоханнесбурге, а в Блумфонтейне. Полиция приезжает и не делает ничего. Но когда в церкви собирается 51 человек, это становится преступной деятельностью. Кто-то может мне это объяснить? ЮАР — христианская страна. Мы потеряли право поклоняться Богу? Кто-то может объяснить мне это? Ясно, что распад нашей страны связан с исключением церкви из общества. Библия ясно говорит, что без видения народ погибает. Погибает церковь, дом, семья. Бизнес, общество, город. Когда я приезжаю в Блумфонтейн, мне хочется плакать, когда я вижу, как рушится этот город без видения из-за плохого управления. Прекрасный город, который был известен как город Рос, теперь стал городом хаоса. Нет видения, нет лидерства, нет движения вперед, нет видения, и без него мы не можем планировать лучшее завтра. Без видения мы не можем ожидать лучшего завтра. Многие люди живут изо дня в день. Нам нужны люди видения и нужны лидеры.
те, которые смогут объединить ЮАР видением для каждого гражданина. Вы можете быть черным или белым, молодым или старым, это не имеет значения. Мы больше не можем спорить о прошлом и апартеиде. Мы должны говорить о новой, лучшей ЮАР. Мы должны дать каждому место под солнцем, чтобы участвовать в восстановлении этой страны во имя Иисуса. Без видения народ погибает. Человек без видения — это человек без будущего, а человек без будущего всегда будет возвращаться к прошлому. Я много раз встречался с религиозными лидерами. Мне надоело сидеть с религиозными лидерами, которые не видят состояние нашей страны. Я понимаю, когда политики играют в свои игры. Но когда пасторы начинают отворачиваться и не видят проблем, с которыми мы столкнулись, это страшно. Уровень депрессии вырос на 60%. Она касается молодежи. Уровень преступности вырос на 60% за последний год. Насилие по половому признаку — это негативные вещи, которые появились из-за отсутствия видения. Просто сидите в уголке и молчите. Они пытаются заглушить самый сильный голос в стране, голос церкви, как никогда. Да, наш мир нуждается в видении. Майлз Монро сказал, «Я считаю, что величайший дар, который Бог дал людям, это не дар зрения, а дар видения». Зрение — это функция глаз, а видение — это функция сердца. Я не найду своего будущего на CNN. Или на ENCA, я найду свое будущее на скрижалях своего сердца, когда Бог обратится ко мне. Аминь. Когда у человека нет видения, он живет на основании того, что видит. Мы действуем на основании того, что мы видим. Нами управляют внешние обстоятельства. И что мы теряем? Надежду. А ведь это самое сильное, что может быть у человека. Библия называет Бога Богом надежды. Надежда говорит о лучшем будущем. Люди любят говорить о плохом будущем. Готовьтесь к четвертой волне, а после этого будет пятая и шестая волна, а за ними седьмая. Когда все это закончится? По правде говоря, это не закончится. Мы должны разбираться с этим постоянно. Но мы не можем терять надежды и не можем терять веры в Бога, не можем терять своего свидетельства. Мы должны научиться разбираться с этим, как мы разбирались со всем остальным. Мы не должны бояться, потому что Бог не дал нам духа страха, но силы, любви и здравого ума. Я услышу «Аминь» во имя Иисуса. И когда я слышу, как некоторые говорят о будущем, я не могу соглашаться с ними. Я не считаю, что это последний час. Я считаю, что это почти последний час. Если вы не были на вечернем служении, посмотрите проповедь о последних временах. Еще должны произойти определенные вещи перед возвращением Иисуса Христа. Мы понимаем, что сатана попытается предвосхитить возвращение Иисуса Христа и опровергнуть библейские предсказания. Но Бог контролирует все. И до возвращения Иисуса будет величайшее пробуждение в мире. Мы наполним пустые стадионы не фанатами футбола, а людьми, которые будут поклоняться Господу Иисусу Христу. Мы увидим, как десятки тысяч людей будут спасаться на этих собраниях. Христиане, вы должны прославить Бога на этом месте, так, словно вас 10 тысяч, а не 10 человек, и сделайте это во имя Иисуса. Библия говорит в Деяниях 2 главе 7 стихе, «И будет в последние дни, и залью Духа Моего». Так говорит Господь. «И залью Духа Моего на всякую плоть, независимо от того, образованы вы или нет». Президент вы или бедняк, не имеет значения, где вы сейчас, важно то, куда вы направляетесь. Вы не можете изменить вчерашнего дня,
Но у вас должно быть видение на лучшее завтра. Вы можете смотреть нас на One Gospel в Пакистане или в Индии. Вы окружены бедностью и проблемами. Не позволяйте окружающим вещам определять то, кто вы. Смотрите на Иисуса. Бог работает в вас. Бог есть Бог снов и видений. Видение — это самая сильная вещь, которая может быть у вас. А все потому, что то, что вы видите, видите, зажигает надежду. Оно позволяет вам перейти от того, где вы сейчас, туда, где вас хочет видеть Бог. Именно видение поднимет вас с кровати и приведет в тот дворец, который Бог приготовил для вас. Видение поведет вас в место восстановления, которое Бог приготовил для вас. Бог говорит: «Юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Для меня сны — это кошмар. Слава Богу, что я все еще вижу видение. Должно произойти много вещей. Вот почему это не моя реальность. А вот почему я не склоняюсь перед давлением и той реальностью, которую нам хотят преподнести. Нет, я не могу преклониться перед ней, потому что я не от этого мира, я от Бога. И внутри меня другой образ. Это не образ разрушения, не образ церкви на локдауне. Это образ церкви в пробуждении во имя Иисуса. Я скажу вам в силе Божьей, что церкви станут сильнее и больше, чем когда-либо. Они станут могущественнее, чем когда-либо. А враги креста исчезнут благодаря Богу. А вы увидите, следите за тем, что будет в ближайший год. Старцы будут видеть сны. Если вы видите сны, значит, вы еще живы. Это значит, что у вас есть завтрашний день. Готов не к пенсии, а к новому огню, чтобы подняться на новую гору во имя Иисуса. Ваши лучшие дни еще впереди, даже если вам 85. Итак, первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 и 10 стихи. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А что убивает наши сердца? Люди говорят, что это делает страх и неверие. Сценарий этого дня — замыслы злых людей. Вот что управляет людьми. Я молюсь о том, чтобы Бог дал политическим лидерам мудрости. Я говорю это искренне, потому что многие не видят этого. Многие пасторы и епископы не замечают того, что происходит в мире. Мы видим разочарование и тревогу. Люди видят, что их лишают определенных прав. Это происходит в таких масштабах, которых мы не видели ранее. Я молюсь о мудрости, о том, чтобы правительство приняло церковь и дало ей место за столом, чтобы правительство прислушалось к церкви и сделало ее частью решения проблем в ЮАР. Я услышу аминь на это. Мы не враги государства. Мы лучшее, что есть у государства. Если вы не заметили, вирус вырвался из-под контроля, в то время как церкви были закрыты. Поэтому не говорите, что церковь распространяет болезни. Вы не смогли доказать этого. Лидеры церкви начинают сомневаться в замыслах. Это уже не вопрос безопасности. Многие вакцинированы. Мы управляем толпой лучше других. Но при этом нами пытаются управлять жесткой рукой. Вы думаете, что христианские лидеры не будут ставить это под вопрос? Скажите, почему церковь? Я уже стал их целью. Поэтому буду говорить все как есть, и об этом будут слышать во всем мире. Кто-то сказал мне: «Ты сам навлек это на себя». Я сказал: «Да, потому что я открыл окно, как Даниил». «Да, я сделал это». Я молился громко, проповедовал громко, не против кого-то, а ради целей Божьих и Христа. Мы откроем окно еще шире и будем проповедовать еще громче. Мы будем громко говорить о нашей цели, потому что без Иисуса Христа у мира нет надежды на будущее. Я знаю, что это так. Итак, сны и видения приходят от Бога. Лидер страны должен получить Божье видение. А вот почему возникают проблемы, когда мы убираем Бога из Конституции. Это серьезные проблемы, и я люблю историю.
Потому что вчерашний день учит нас о завтрашнем. И пока весь мир хочет обратиться к социализму, который в итоге перерастет в марксизм, или хуже того, в коммунизм, люди, которые жили в социализме и коммунизме, такие страны, как Венгрия, Польша, жившие под этим режимом, обратились к христианству, и сейчас этими странами управляют консервативные христиане или христиане-демократы. Они поняли после многих лет под коммунизмом, под гнетом, что есть лишь один путь для строительства будущего. И этот путь состоит в том, чтобы строить политику на основании Слова Божьего во имя Иисуса. Так появилась ANC в Англиканской Церкви. Они строили свою политическую доктрину на основании Слова Божьего. Братья и сестры, если забрать Бога из общества, то ситуация будет становиться лишь хуже и хуже, вплоть до того, пока у людей не лопнет терпение, и они не встанут и не скажут: «Мы хотим праведного правительства, которая будет преклоняться перед Богом, ценить Слово Божие. Нам нужно вернуть молитву в школы, нам нужно вернуть Библию в школы во имя Иисуса Христа. Другого пути нет. Вы не построите страны, забыв о 86% населения, которые являются христианами. У меня могут быть проблемы из-за этого, но как никогда. Мы нуждаемся в рождении политической партии». Вы скажете: «А как насчет христианской партии?» Время было неправильным, потому что тогда это была христианская проблема. Теперь же нам нужны политики, которые поднимутся за христианство и будут защищать веру. Они должны понять, как люди в странах, которые когда-то находились под диктатурой коммунизма, что без Бога нельзя никуда продвинуться. В «Капитале» сказано, что Бога нет. Многие политики сегодня ведут себя так, словно Бога нет. Ты говоришь с людьми во власти и видишь, что они неверно используют ее. А все потому, что они не понимают, что есть Бог, перед которым им придется дать отчет. Однажды они предстанут перед Богом и дадут ответ за то, что сделали против этих людей. Я видел, как в Украине сотни тысяч людей вышли на парад, празднуя свободу христианства. Там люди могут проповедовать Евангелие и служить Богу. Сотни тысяч людей собрались вместе, чтобы поклониться Богу. А что не так с ЮАР? Почему здесь христианство подавляют? Простите, но я не могу молчать. Все остальные молчат. Не ведите себя так, словно все в порядке. Это не так. Я встретился с начальником полиции и сказал: «Преступление — это моральный вопрос». Было такое чувство, словно мы с ней говорим на разных языках. Она сказала: «Величайшее преступление сейчас — это распространение вируса». Я спросил ее: «Вы приравниваете это к убийству, что ли?» Она сказала: «Это то же самое, что убийство». «А вы готовы повторить то же самое девочке, отца которой только что убили? Или той девочке, которую изнасиловали? А вы хотите сказать, что главная цель борьбы с преступностью сейчас — это следить за тем, чтобы христиане следовали ограничениям? Это зло? Этому нет оправдания и не будет. Мы имеем право поклоняться Богу. Если бы у меня не было видения, то я бы стал как остальные. Я был бы маленькой овечкой, которая пряталась в углу и говорила бы на все «бе». Но это «бе» становилось бы все слабее и слабее, пока не осталось бы вообще никакого «бе». Так что видение и сны приходят от Бога. Бог общается так со своими людьми, открывает им будущее. Так Бог пишет будущее на вашем сердце. Когда начинаешь говорить о видениях и снах, у людей возникает мистическое представление. Они думают, что должны найти видение, найти сон, ну или видение.
Если в городе есть пророк, они бегут к нему, чтобы найти какой-то сон. Я хочу сказать вам, что Бог никогда не помещает сны или видения в место, где их нельзя найти. Бог дает вам сны и видения в том месте, в котором вы найдете их, если будете искать его. А где это место? В вашем сердце. Когда вы приближаетесь к Богу, ищете Бога, поклоняетесь Богу, проводите время с Богом, вы начинаете видеть, что Бог написал на скрижалях вашего сердца, и тогда никто не сможет забрать этого у вас. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 13 стих. Библия говорит, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. И снова я вспоминаю детей, которые потеряли связь с системой образования. Она бросила их. Вы это понимаете? 500 тысяч детей. Я даже не вспоминаю студентов университетов. Они потеряли связь с будущим. Как им догнать все упущенное? Скажите, почему мы не можем обеспечить безопасность людей, понимая то, как работает и мутирует этот вирус? Почему? Никто не боится, когда садится в маршрутку, но все боятся, когда нужно идти в церковь. Ваш сон не будет снаружи, он будет внутри вас. Иоанна 16, 13. Библия говорит, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Я повторю еще раз, там, где нет видения, народ погибает. Без откровения о плане Божьем на жизни люди сбрасывают все ограничения. Это означает, что они теряют надежду. Зависимости достигли невероятных высот. Вы это понимаете? Насилие по половому признаку достигло таких высот, каких мы не видели. Подростковые беременности. Все это связано с отсутствием видения. Где люди находят видение? В присутствии Божьем? Если убрать присутствие Бога из общества, как будут жить люди? Как они смотрят на этот мир? Своими глазами? В нашей церкви много докторов, и я знаю, что вы сталкиваетесь с этим каждый день. Вам тяжело связать образ в сердце и то, что вы видите. Я это понимаю. Мы постоянно видим, как люди умирают из-за рака, диабета, ВИЧ. Люди умирали всегда. Я не пытаюсь уменьшить значение пандемии. Мы должны бороться с ней верой и наукой. Но мы не можем позволить ей лишить нас будущего. Мы не позволили ВИЧ, от которого погибло столько людей, лишить нас будущего. Мы придумали решение. Мы сказали, давайте планировать лучшее будущее. Давайте делать все, что можем, чтобы обеспечить будущее всем в ЮАР. Ведь так? Нам нужно, чтобы все собрались за столом. Нам нужно, чтобы все мечтали вместе. Нам нужны лидеры, которые не будут применять драконовские меры к определенным секторам общества, но будут давать видение всем участникам общества. Что такое видение? Это Божий план и цель на вашу жизнь для нашей страны. Бог дал множество обетований ЮАР. Видение — это образ Божьего, предпочтительного будущего для вашей жизни. Это не та реальность, которую вы видите. Он видел конец. Еще от начала. Аминь. Вы уйдете в облаке славы. Ваши лучшие дни еще впереди. Вы станете больше и сильнее, чем когда-либо. Мне говорят, ты даешь людям ложную надежду. Это Евангелие надежды, а не Евангелие безнадежности. Это Евангелие надежды. Если у людей будет видение, они будут готовы на жертвы. Те, у кого слишком много земли, с радостью помогут тем, у кого нет земли. Видение уберет эгоцентричность и эгоизм и приведет к жизни ради других. «Отче наш, не отче мой, хлеб наш насущный, дай нам на этот день».
Я хочу смотреть на мир глазами Бога. Я буду слугой, буду жертвовать ради чего-то большего. Видение открывает высшую цель Божью в вашей жизни. Это когда вы видите себя глазами Бога. Гедеон, муж сильный. Это когда вы видите Божий план для вас. Подними глаза и посмотри на землю. Это земля, в которой течет молоко и мед, а не растут тернии и всякие сорняки. Прекрасное будущее — вот что Бог задумал для своего народа. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Это правда. Мне нужно заканчивать. Когда Неемия вернулся в Иерусалим, то увидел город в ужасном состоянии. Люди 99 лет пытались восстановить стены Иерусалима. Люди были деморализованы. Я представляю себе барометр, который мог измерить настроение людей. Уверен, их настроение было на нуле. Составные блоки морали были забраны из общества. Во-первых, это церковь. Во-вторых, развлечение. У вас может быть любимый исполнитель. И когда вы идете на его шоу, и с ним поют 200 человек, или 300, вы тоже начинаете петь внутри. Изоляция, вот в чем проблема. Если есть стадион на 60 тысяч человек, то почему бы не пустить туда? 10 тысяч человек, они могут сидеть так далеко друг от друга, что вирус просто не сможет перейти от одного человека к другому. Как в нашей церкви, у нас 6500 мест, а разрешено приходить лишь 50. В этом нет смысла. Это все равно, что сказать торговому центру, у вас может быть лишь 50 человек. Потому что в одном магазине может быть лишь 50 человек. Но именно это мы и видим. Они ожидают, что мы просто будем подчиняться их постановлениям. И мы подчиняемся пока что. Когда Неемия вернулся в Иерусалим, то увидел, что люди стали пленниками. А знаете, борьба за свободу была духовной борьбой. Людей хотели освободить от политического и расового гнета, а также сексизма. На самом деле, это духовное освобождение. Иисус пришел, чтобы освободить людей. Но величайшее освобождение из всех — это духовное освобождение. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но потеряет себя? Величайшее освобождение, которое принес Иисус. Это Царство Небесное для людей. Подумайте о тех тысячах людей, которые не могли услышать Евангелие за время локдауна. Мы и раздаем продуктовые наборы. И на прошлой неделе более 1100 человек спаслось благодаря нашим служительницам. Это удивительно. Но представьте, сколько людей могло бы спастись и получить исцеление сегодня, если бы церковь была открыта. Сколько браков могли бы восстановиться сегодня? Сколько разбитых сердец восстановились бы сегодня? Люди отделены от присутствия Божьего, и меня это не устраивает. И не будет устраивать. Мне нужно заканчивать, потому что время программы уже заканчивается. Так вот, Неемия задал два вопроса. Каково состояние страны и каково состояние народа? Каково состояние страны? Это наша экономика, мораль и состояние людей. И тогда он начинает поднимать город из пепла. Восстанавливать его из руин. У нас более 40% безработных. 75% молодых людей не могут найти работу, и все становится лишь хуже. Это что, нормально? Каково состояние народа? Каково состояние страны? А затем он приходит с видением. О, я люблю видение. Видение, которое настолько сильно,
что оно мобилизует всех в Иерусалиме, и все начинают строить стену. Стена, которую не могли построить за 99 лет, построили за 52 дня. Все благодаря Неемии. Во-первых, он спустился и пошел к народу. Он видел проблемы людей, видел их отчаяние. А затем он пошел во дворы Божии и увидел сердце Божие в отношении народа. И он пришел с таким сильным видением, что мобилизовал всех. Он мобилизовал гражданское общество, бизнес, церковь, всех. И вместе они восстановили Иерусалим во имя Иисуса. Я каждый день молюсь за нашего президента, молюсь о видениях и снах, молюсь за благочестивых лидеров, я молюсь за людей, которые не будут близоруки и не будут поддаваться влиянию других, но будут искать сердце Божьего. Они не будут следовать диктатуре ООН или МВФ. Это будут лидеры, которые будут стоять за ЮАР, которые будут гордиться ЮАР. Они будут бороться за ЮАР и жителей ЮАР. Но этого не будет без церкви Иисуса Христа. Если бы политики понимали, как они отдаляются от христиан, то быстро бы очнулись и начали проводить встречи с христианами, которые помогли бы им сделать эту страну лучше во имя Иисуса. Нет другого пути. Я говорю снова, уберите свое постановление, которое криминализирует поклонение. Это позор. Можете тогда объявить 11-го пассажира в маршрутке преступником. Но вы готовы назвать 51-го человека в церкви преступником. А люди говорят, что это лишь громкие слова. Это не просто слова, поверьте мне. Это экстренное время. Это не время для того, чтобы говорить о сказках. Наша страна страдает, наши люди страдают. Церковь — это единственное, что может дать людям надежду. Прошло 18 месяцев пандемии, а ситуация лишь ухудшилась, а не улучшилась. Иоанна 3:16, Библия говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного». Это Божье видение для всего мира. 2000 лет назад Иисус умер за вас. Он любит вас. Он хочет отношений с вами. Возможно, вы отошли от Бога, потеряли себя в этом локдауне, но я хочу сказать вам, что Бог любит вас. Сегодня вы можете примириться с Богом, вы можете примириться с Ним. Поэтому положите руку на сердце и помолитесь со мною. Господь Иисус, сегодня я отдаю свою жизнь Тебе. Я отдаю Тебе все. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса.